Так нет, это у него с новогоднего ивента. Стоп, выйти. Вышли. Ёб твою мать налево, жопа тварь. Что там? 25 поставил. Ну все, блядь, идем в 25-ку, горожан. Кара 25 хм, блядь. Спасибо, Реслин, спасибо. Балдеж. Так, у меня новый нож. В оп потоке, там, как надо. У меня было два одинаковых ножа, а теперь будет не одинаковый, блин. Так. Я с новым тупором. Тупором. Блять, он не трансмогнутый, дайте портал. Кринжа словил, да? А ты вон посмотри... ты как у Яши возьми там в форсе. О, пушку. Меч. Хаку, ебани еще столик. Ой, я портал нашел случайно. Там 99 знаков надо всего лишь. Смотрите мне, пожалуйста. 99, у меня, кстати, это... Мне скоро насыпет знаков. Должно очень много. С БП? С этого, с жетонов трансмагрификации. Это иллюзия, да, которая? Это иллюзия? Сумоним этого гея. Когда? Этого гея. Наборы брони. А чё нет наборов брони, блядь? Есть. У меня 4 тут. Все, да. Трансмогл. Дайте сумму. Они меняют эти сколько 4. Я на близки их 0 одну. Тык. Я себе, короче, купил, блядь, плечи невидимые, нахуй. И поменялся сразу трансмог, так как купил. Плечи невидимые же существуют, ебать. Блядь, у меня, я в муте, у меня весь трансмог разъебался. Да, блядь. Ты будешь сидеть сравнивать? А кто мне кровоточку накинет? Блядь, Юри же нету. В мишку пора спехать. Чао, будешь с ним, да, ртачок? Придется а самому вот делать, блядь. Это не, пиздец. Мы ему отписали. А нахуй играть? У него там работа, типа, что он не может. У Ричи всё нормально, ладно. Перегорел мужик, не писал, было. Если придет, то окей. Если не придет, то идет нахуй. Ну, не сегодня, вообще. Ну, я понял. Ну, можно же было говорить, типа, да. Да? Ну, ладно. О, это моя лужа, кстати. Кнопочку поставить забыл. Сколько у меня, блин, проки снять все? Тут прок. Ну, 7000 АП, чуть мало. Мало. Блять, и рапча не отслеживается. Да сука. Сегодня твои лужи поглотил. А кто уже вообще кинул? Это не моя. Это я. Вторую. Ой, первую. Что, у нас глюз такой задерживается? Да, да. Так, баф, дебаф. Ну мы нормально так тринки апнем на сурке. Нормально. Плюс 5-3-4%, шучу, применение. Главное, я кружку забрал. Да, если в рейде еще типа две кружки. Ой, две этих как-то. Не, не, только одна работает. А, это не как это. Как-то, блядь, детектор. Не детектор. Нет, просто 5 стаков срезает на той ночи. Кстати, есть детектор. Чему статику детекторы? А еще это... А, я сорвал! Лякоть, забери! Спасибо. Если он тут вообще. Он не тут. Охуй. Зато услышал. Ой, на меня мол пришел сагриться. Ой. Ты, видимо, мол дисплом его задел. Блять, я думаю, даже не понял как, но... Гига на пол пошел. Пошли гига зубы вырезлина. Кстати, на самом деле мультик, наверное, дает мне намного меньше, чем ауе билд, только шквал решает и все. Шквал, да. А тут 8% типа. А так в мультике, ну, то же самое. Ну тогда, да. Ты не берешь даже для мультика, наверное, даже лучше. Фу. Это правда. Шквал решает, да. Ну тут жажда 8% дает. Типа я даже не знаю, что лучше. Жажда всегда.
Ну как всегда, у меня сейчас нету, потому что мне впадло. Понял. Это, блядь, шив, дотку, там вот это. Блядь, да, 8% ДПС. А кто уж понимает, гильду Кирилл? Угу. Ну он зайдет, отсмотрит, надо к концу дня уже точно больше. А ты заявку кинешь, или? Да. Уф, дайте посмотрю. Нет, а там... У тебя монитор, конечно, супер квадратный. А, хвали. У меня вдруг тоже квадратный, еще нормально. Гений. А хули, в Беларуси живем. У Хаку тоже квадрат. Хули, в Украине живем. Ну ты ж фанбой этого Барамира, блядь. Барамир, а, ну, да, нормальное разрешение сделать, зашел, ёпта, дыру. Барамир, там тоже квадрат нормальный такой был. Надо сказать, что костерю в тебя кидал, кстати, да? Шаманы, у меня разбил. Обычный нормальный монитор, по-моему. Там сразу отписался Доля, что говорит, я, о, хоро, это, я с ним знаком, блядь, я что-то не был рад такому. Я вот тебя знаю, блядь. Вроде не квадратный, нормальный монитор. Как, блядь, как сказать. Похуй, Киру тебя знает. То есть вы действительно хотите сказать, что в 2022 году у вас не Full HD монитор? Ну, еще. Ну, вот не квадрату не хочу. И чё? И чё? Если наоборот квадрат. А, похуй. И чё? Как это, типа, вообще жить можно? Да, Геру. Нормально. Да, Геру. Без шуток. Я уж молчу Геру про герцовку монитора. Давай, Геру, ладно. Давай, Геру. Сколько у тебя герцовок? Да, Мортонекс пакет. У меня 147. У меня 250. Быстрее, что его помнить. Какая разница? Мы еще пойдем еще дальше, мобов дальше. Мы же не коней пойдем бить. Да вон, блядь, слякоть подоймите сначала. Я один хил. Что ты хочешь? Я пытаюсь. Ничего не хочу. Даже успею, нет, не успел, блядь. Без жажды сижу. Боешь. Боешь, канрол. Туда, кристалл бездны, 54. Бангера, быстрее, быстрее. Пуньк. Чего вы на синдре так вайпались вообще? Бородик, я сами вайпался. Я? Да я не вайпался. Хиль лучше. Ты вайпался? Ты метки пиздец выносил. Чё пиздец? Ну-ка объясни. Не в метку, ну блядь, ты далеко куда-то выносил. Похуй. Не, ну типа я понес. Я вначале не типа не обращал внимания, что там типа надо в одну линию вставать. Ну я стал нахуй, чтобы дамаг двойной не получить, и все. Остальное мне похуй. Зы почему ушел, блять? Настя причина, либо из гильдии. Зы почему ушел, блядь? А мне похуй, я чисто писал. Я хотел еще, блядь, написать цель, блядь. Играть в вашей гильдии, там, блядь, тыкать одну кнопку, блядь, под пинг-поном. Думал, меня с таким точно туда не возьмут. Да нет у нас такой половины. У нас есть. Альфредос! Бля, Альфредос, иди пивка бахни! Что это? У нас на РТ, блядь. Это мемное, это мемное. У нас чел за пул умер два раза, и Кирилл его говорит, бля, Альфредо, зайди пивка бахни. А чего он умер? Нормально. Да с него подряд. Потом еще чего-то. Он от этого умирал. Потом, ну когда, на перифазе. Который, да, стреляет. Он уже прошел, кстати. А, да. Не, ну, блядь, на самом деле, вот дебильные такие заявки, блядь. За почему уж? Там за друида жизни там эту походную форму берешь 40% хосты, блять, бегаешь, все на. Хосты дайте, пожалуйста. Да там вообще и пешком просто идешь там и по лужам. Не знаешь, флагами, флагами. Там мы лучше на стрём нормально, да, кстати. Все время на 15% быстрее бежишь, блять. А. Я не знаю, что сейчас там, какая сложность отбежать. Я помню раньше, когда она притягивала, уже касс шел. Да, да. Так он да, сейчас да, так же, по-моему, да, вот. А сейчас сначала притянет, потом чуть пройдет, и потом только касс начнется. Ну, в Гере, наверное, сразу будет каст.
А должно и тут рубички? Вряд ли. Я не помню. Самое будет, мне кажется. Буду свапать ботинки. Ну вот этот вот хуйня, типа, как эту долю тогда притянул, он говорит, и подкинула. Такая хуйня есть, типа, она в центр затягивает. Она дважды притягивает. Сначала да. К краю, потом в центр. Хуета. Там доля сам ошибся, скорее всего. Он просто нажал раньше, типа, а нужно было вторую вот эту прыжок подождать и уже потом открыть. Подождите, трэш почистить, пока до Гера. Чё, коня не будем? Именно так. Шкаф. Как Гера у нас КД? Да похуй у нас. А, у нас дуэль тут пришёл. Клёвый тоже нет. Да, смотрим. Ну, Глю на месте. Я глазом приму. Слева встань. Блин, Яша, вопрос. Кольцо 260 хаскрит? Или крит-хит с проком Сталгорода? Да хз, кстати, на мутик это надо думать. А, ПФ все-таки, ну тут нету НБшки, так что нет бурста под кольцо. Да да, так статику что... возьми, не парься. Статика, вы мини-пасть, реально. Хорош, статика. Поеб. Идите, Релла. Блять! Ну, стоп, все проки, вся хуйня на пол, блять, я в эфире бегаю, который диспельнуть не может, еблан. Потому что я в МК. Почему? У нас еще два диспела я вижу, блять. Реслин, Блю. Они же диспелить могут. Мультикласс там вот этот. Причем тут мультики? Мультик? Шизики, блядь. Я вообще эту синдру в рот ебал. Вот то, что вот эти задержки были обострены, я не мог нормально в тайминг спел свой нажать, чтобы стак не полетать. А как ты сдох? Ты до притяжки сдох, реально, блядь? Я, да. А как? Портал пропал. А так у тебя же прыжок есть, блядь, ты же должен среагировать. КД был уже. Он был в КДМ. А прыжок-то что у тебя в КД, ты его не должен использовать вообще. На сколько КД прыжка? Я прыжок нажимаю. Слушай, с пула. Я прыжок 2 минуты. Я нажимаю вот прыжок с пула, потому что у меня ебланы рыбу и едят не снизу, а сверху, блять. Это во-первых. Сейчас принесу. Яша, не умничаю. В нашем статике умном не место. Понял. Во-вторых, пока я бью глыбу, чтобы сразу ребят. Начать дамажить, я прыгаю туда. Мне нет смысла сейвить эту хуйню. Я же этим бегу. Короче, ты заслакал, а тебе еще и отменили слак, короче, да? Да я не заслакал, портал пропал. После глыбы. Кто заслакал? Портал пропал после глыбы, он не должен был пропасть. А, ну ты, ну ладно, опыт получен, но тебе за номер минус 30 должны были дать. Так же, как и Доля, блядь. Так же, как и мне. Там типа... Все по дефолту, как и обычно, но я выхожу с глыбы, притяжка потом идет, потом когда наступает. Я смотрю, у меня портала нет. Короче, я с пула я его ставлю. А я-то думал. Там портал, блядь, сколько он длится, нахуй, 6 минут. Ну тебе надо все равно обновлять, бой с синдромом. Один раз в конце, после уже какой, ну, третьей перефазы, по-моему. Ну да. Ебать, бьют хайпового не... слякоти, кстати. Слышите? Там вообще хайп. Со взрывом трупа. И с бафами. А кто-то из вас эрелил в 25-ке? Ссылка. Чё там эрелить, боже? Нет, ты... Ну ты эрелил? Да что ты хочешь? Хочешь, я нашу целка РТ? Я просто интересуюсь такой хуйней. Ты тоже проговариваешь вот эту хуйню, когда на 5 человек кидается свождёнка, и ты называешь ники, да? Сидре вообще говорить нечего. Молчать. Ну да, только лево-право, куда склеп выносить. Даже это, в принципе, не надо. Там тупым надо быть, чтобы это не ну, понять. Ну, мать, а ты что, рейд умных, что ли, собираешь? Я собираю рейд умных, если я орал. Ты собираешь рейд. Ты собираешь рейд умных. Я ГЦ, бля, я смотрю, 0 рейдов собранных. А? Что, шоколад? Чё ты на нашем статике тогда забыл? Себе рейд умных. Потому что остальные еще тупее. Понял. Получается умный, в отличие от тех. Все познается в сравнении. Кстати, реально, это, остальные тупее, блядь. Оперу я вроде смотрел, никто больше не ходит. Они умнее, может?
Оперы не ходят. Оперы непроходимо, Imagine. Вы забыли? Зачем? Мы с Иглю под надзором. Из-за того, что ты на Синдреху я ухилил? Ну да. Брамир теперь твой папик? Слышишь, Глю, прокомментируй. Слушай, знаешь, вот, Никита, я тебе вчера писал, я, блядь, вчера реально полчаса пересматривал стрим Рида, блядь, я просто понял, из-за чего вся хуйня произошла. Ну-ка. Я просто эту хуйню понял. Арислина сложила на 70% хп. В тот момент, когда, блядь, на мне одна освобожденка была, я ее баблом снял, блядь, потом вторая, и тут мне, блядь, Кирюха, дай масс сейф, я дал. ГГД одна секунда, нахуй, его сложило. Заебись. И такого дохуя будет. И когда челикам я говорю, типа, спекни шестого хила на ходу ДПСах, вот это какие шесть хилов, давай лучше повайпаемся еще сто раз, сука. Бля, ну слушай, я на самом деле как бы... Там дело не в шести хилах, а в том, что ты себя в качестве танка предлагал, если что. Это там первые три... Я затанчу нахуй, там никто нахуй носа не подточит, нахуй. Ты первые три вайпа... Первые три вайпа была проблема в отсутствии компаса. А потом уже. А потом как... в чем? А потом в тупости одного, потом в тупости другого, а потом сказали, блядь, да это все вайпы хилые виноваты, нахуй. Не, ну слушай, я на самом деле. Не, меня на самом деле немножко стригерило, блядь, я даже просто нахуй отложил микрофон в сторону, чтобы не начать выебываться. Потому что, слушай, из-за одного слака вот так начинать сильно, блядь, триггериться. Сука, один единственный слаг, блядь. Ну, если да, все нормально будет, не переживай. ХМ готовитесь. В хэме нахуй, в 5 хилов не убить нахуй, я сразу пусть говорю. Готовитесь, ребят. Если в хэме идти не в 5 хилов, ДПС не хватит. Вы же обычку в жопу, блядь. Сори, это факт. ДПСом со своим чуваком. Хуя. Гомеля в помойку выкинете и все. Там на Синдре единственный замер ДПС есть. Это количество взлеток. Если 3 взлетки, то убивается Синдра. Все, блядь. Экзальт, это уже вам не конкурент, это уже все. В эфире, ну ты же играл на на X3, играл же? На X2, на X2. Ну, вот. Вот то, что сейчас X4, это считай X3, блядь. Я всю эту хуйню понимаю, что ты имеешь в виду, типа там. Там затюнен очень сильно, босс. Это я все понимаю, нахуй. Даже чел с брюлями убить, блядь, не могли, а тут хп больше, нахуй. Блять, там дауны не могли убить, нахуй. Как там только... не дауны, там ДПС просто не хватало, ты понимаешь это? Нет. Блять, я понимаешь, я был в рейдах, ну, не надо рассказывать. Ты же не был на X3, ты говоришь, что ты на X2. Я, ну, на X2. А ты был в каких рейдах? В слабых рейдах или суперсильных? И в рейдах? Тех, и в других был. А нахуй. Чё-то насчёт сильных я не очень, блять, верю, блядь. Чё ты не очень веришь? Ты, ну, что хуйню не говори, ты открой, игрой, блядь, открой YouTube. Супер мега сильный рейд, блядь. Открой я YouTube, нахуй, говорю, там 20 тысяч, нахуй, можно видосов. Можно в обычные подквасные рейды приходить, конечно. Ой, не надо говорить того, чего ты не знаешь, блядь. Я тебе говорю, что был я и в сильных рейдах, и в топовых гильдиях. Так ты же говоришь того, что ты не знаешь, блядь. Я говорю свое мнение, что ты очень слабо играешь. Я и говорю, это ошибочно. Для хорошей гильдии, блядь. Бомжи. Да, блядь, конечно. Хоми или Экзальты бы тебя в первый же рейд бы кикнули, даже, блядь, соус. Да, придумывай. Так что, блядь, давайте вот без этой хуйни, пожалуйста. Не знаю, объективно говоришь, что ты пиво, и потом уже, ну, сразу что-то не очень. Печка, ты самый лучший пиво из всех. Самый лучший подпиласный этот, блядь, как его, демон. Чтоб ты понимал, я сегодня сразу... Он же больше померского, да, этого, что у него? Да. Чтоб ты понимал, я лучше водку пью с самого утра. И как ты понимаешь, и ВК 50 на 50 мы не закроем, да? В смысле, почему я не спал? Не второй рейд. Что больше помнили? Печка, у первого рейда РТ в понедельник. Когда? Ну, маги Грули у первого рейда в понедельник. ВК выходили? Алло, чё, кого вы про Гомельского говорили? Кого? Демона? Ну, в рейде вроде... Дает меньше СПД, чем он. Не про СПД, про ДПС. Ну, так я где? Буду. Я так и буду давать место. Я не знаю, как он одет, как. И, ну, как вот именно, давай. У нас просто див в гире, поэтому я даю меньше СПД. 260 был бы, может быть, это я не знаю, сколько он там дает. Мы идем коня, или мы еще трэш? Я веду трэш. А есть еще? У нас есть трэш? Да, слушайте, коня. Типа, ну, трэш. У меня нормальный гир. Какой ты сейчас этом левел? 250-й. А, 250. Ну, у тебя еще там не Apple, наверное, токены, не? Вообще ничего. А, Apple. Пушки у него нет.
Одеть? Я хочу 2Т8, 2Т10 одеть. Чулибан. Или... 2Т8, 2Т10. Почему? 2Т8. Подожди, да я не знаю. Я вот на рестлинге. ТТ-8 это что? Т8 26 шмот. А он не апается? Нет, конечно. А какой Т что дает крит бот? Я хочу в 2Т9, 2Т10 одеться. Тоже хуйня. Почему? 4Т4 просто в демоне хуяр свои. Смотри, смотри, объясняю логику. Я понял, но без. Объясняю логику, СПД меньше. Просто. Чел. Мне это СПД не нужно, если бес не критует на фулл проках. Чем тебе поможет вот это? 5% крита бесу. 10% крита бесу. Спасибо. Чё, не? Чё? Крит бесу, крит шанс, чтобы... Да блять, это ничего... 5%? 10%. Похуй вообще. Ты понимаешь, что оно не будет критовать, ну да, типа, пока 100 у тебя не будет, у тебя все то же самое будет. Неправда. В 90% случаев ничего просто не поменяется. Неправда. Я приведу еще. Ну, печка просто может взять Т9-3. Не-не, печка может взять Т9-3. Не, наоборот, пока всего я спеку, лучше почистить. Что такое Т9-3? 258 Т9. СВК. И взять Т10-2, у него будет по этому левелу больше, чем у него сейчас. У него штокенов нету нихуя на Т4. Ну вот, и СПД будет хайповым. СПД будет просто больше из-за того, что шмот лучше. Потому что Т9 на лок и нахуй никому не нужны уже, по-любому, в первом рейде. И печеньки на лок, я не знаю, какие, с кем они делят. Ну, да забей, печеньки уже там все, там скоро тоже закончится. Через пару КД уже за 10 они будут улетать. Ну, можно на самом деле. Вот мне интересно. Когда выйдет официальный лич, и у Хейми с какого трая с первого убьют? Сейчас приду. Да, с первого. Не, кстати, могут. Ну, могут. В смысле, там такой уровень игроков, софы, которые челы, блядь. Там ты ошибаешься. Что? Кто туда не пойдет с нормальных игроков. Сори, все на фе сидят, актуально. Нормальные игроки. Да, 2Т10 говно. Там пиво ебаное. Ты видел, что на БК было в этом? Я видел, что БК инсты закрывают полный подпивас рейдов закрытыми глазами без вайпов, блядь, вот что я видел. Подожди, а во втором... Видел, как там Келя убивали, Кельтаса? А во втором рейде ЕП также снимают или нет? Климабы. Угу. Я видел, как Изич и Голдрады ходят, блядь, Зеленским, нахуй, блядь, это пиздец. Осуждаю Зеленского на всякий. А, ну все, мы бы закончили. Ну, какой коня? Правильно понимаю? Короче, печка, я не знаю, мне кажется, 2Т4, 2Т9 лучше. Т10 какое-то говно. Т9 это что? Это крит пета, блять. Заебал. Подожди, а Т4, а зачем мне 2Т4 апнутые? А нахуй тебе Т10, блять, говно. Крит шанс на испепеление стрелы тьмы, ожог души. Ну, не знаю. 5%. Ну, типа, а чё мне дает Т4? Бесов сумонить, которые не стреляют. Да, потому что они АФК стоят и стреляют. Так, прикольно за то, что выглядит, когда из тебя бес вылетает. Я потом... Я, короче, приду к этому, к Фиесте скажу, я не буду улучшать свою игру, потому что из меня прикольно бесы вылетают. Тебя никто не просит улучшать свою игру. Кстати, правда. Эй. Просто не сдохни нигде. Я сдохну максимум пьяный. Да, мне 3 токена нужно еще. Классички свои, ничего не выдается, да? Еще что? Он все ВБ. Пришел. Как играть? Блядь, я забыл фласки купить. Там деньги статика ушли в никуда. Да там 1005 осталось, я куплю потом на них рыбы сопротов, блядь. Блять, у меня же новый нож есть. Блять, я его не одел. Хотя хуйня на самом деле нож. Хотя крит. ПС не забудь. Блять, мыши пол. Все готовы. Да блять, нахуй я нажал готов. Проки будут выходить? Я пошел дамажить. Я не знаю, как дамажить. Найс, проки выходят, блядь. Смайты полетели. Я не помню, на ком.
Я не понимаю. Мили. Прохилите просто. Просто прохилите, не спрей. Я не понимаю. Я забыл, короче. На выч. На хак. Ой, блять. Пусть прохилит. Спасибо, что папаша, что за мертвую. Прохилите. Ты на поле у него, да? Нет, нет, 5 секунд. Я отвернул его. Пошла. Да. Так, не может забрать меня. В стену упритесь, упритесь в стену. А, все нормально, я напуливаю. Чековать, к стене подойди. Плотную. Значит, дамаж будешь лупить. Глю, ближе к нам подойди, тоже дамаж убиваешь. Ну, все, понятно. Чисто баганная позиция. Меня дамажит, пошел. Вся экспономатика пропала, бля. Ты чё, не 80 уровень? Просто ебало, давай. Дворчик скучный, да? Дворчик вообще грустный, мне, блин, самому кровоточку кидать. Не хочешь это? Ловкость фулл забилдис кидать, рапчу. Ебать. Это сука. Я напыливаю нормально. Я тоже. Там пиздец аграф, вот миллион. Угу, реально миллион. О, кидни прокнул, ёл мне все. Ну без НБшки вообще грустно на мультике, прям пиздец. Конечно, энергия вот прокает от НБшки, но типа она может прокнуть так, что у тебя будет больше 50. Когда ты ждешь расправу. Ёбаную. Куда меня выкинул, чё? Пиво. Из лужи ещё убегает. Ну-ка. Как играть на мультике? Так, ну ладно. Вроде вообще народ дамажил. Косарь ДПС выдал. О, ачивка! Что такое? Не сним, а, не диспылить! Блять, мы пиво! А мы реально сюда диспылили? Мы реально же сюда диспылили. Всегда. Всю жизнь. Ладно, я спекусь обратно, я наигрался. А, не стоп, отрошни это все, спекусь. Ну и перчатку себе возьму там по приколу. Блять, в Т10 плюс-минус такой же ДПС. Наебали, получается, на ОД? Получается. Я там немножко, блять, это... подвигался еще. А может ты в мутике походишь, мне так нравится? Ну да, хисера. Да, я ебал, я не знаю, что мне делать с Локом. Флаг Украины чисто, блять. А что у тебя с ним? В конце. Суждаю всяких. Ну у меня хосты чуть много из-за расовой гоблина. А это что ты? И меткости оверкап. Пока... И что с ней делать, я хуй знает. Пока Рельсин туда-сюда, я тоже сейчас быстро на минутку. Чуков поставь. Так пошлите трешак, может, почистим. Рельсин идет в танк спекаться. А, да все равно можно почистить. Может, Морозу убьем, потом будем чистить.
привезти вам? Да где ты? Я могу привезти. Мы успеем. Почему не шкаф не жмётся? Потому что ты жмешь на чела, который только грузится. И крита мало, 50. Ну, хотя крита, блин, 50. Смотри, я надамажил 275 тысяч. Блять, я масло в окно выкинул, боже нахуй. Ты сильный? У меня на том грудаке масло осталось. Четверть миллиона так-то. Я целый 1% урона нанес. Танка, танка передамажь, и нормально. Как его передамажить? Я сижу, щиты кидаю большую часть времени. Дамаж. Так я пытаюсь закинуть. Че у нас за пачка? Не хотите скипнуть, чтобы не бить лишнего моба? Давайте. Быстрее будет, чем оба. Один раз скипаем, потом бьем. Жопа, выйдись. Я там спульс там или что? Не хочу, давай. Где ради? Помогу, каску дайте. Выйди, или ты уже вышел? Выйди, разбейник. Оба босинг. Какая жалость. Там синкры. Какая жалость. Тычка, тычка. Синк, ты умер, кстати. Серьезно? А я не могу флаг в него тыкнуть, да блять. Почему я мертв? Это слабо. Остановил сердце. Мы тебя принесли в жертву. Реально инфаркт. У меня инфаркт от того, что, блядь, на улице так тепло, а у меня снег до сих пор лежит. А у меня снег падает. А ты его раскидай, рыбу чтобы он в куче не лежал большой, а ты его раскидай. Да он не у меня, блядь, лежит. А где? Там. Подальше. Где там? Рыбу поставьте. Не у меня во дворе. И возле дома. Ты ставишь, я ставлю кто? Короче, пофигу, двоих мобов бьем. Там на улице просто. Да, блин. У меня, блядь, 24 градуса тепла, блядь, алё. Все просто бьем. Чем-то типа не бьем. Где танцы Озеран? На баре. Справа. Там, где шоколадки и шкафы. Ну, а занонти сейчас я. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да, да, я понял, что справа. Ты третьим идешь направо. Окей. Ого, этот. Тогда БМП. После, там, шоколада вроде. Убьем. Чё, бронес сначала, череп, череп. А крест нахуя стоит? Ну, крест вторым бьем. Хуя мы тогда это бьем? Ну, потому что правда, мы будем скипать это полгода, давайте... Не будем мы это скипать полгода, блять, меня подождите, я глазиком инста спулю. Он сразу пропадет, там, блять, 5 секунд делов. А ему, типа, ладно, он не понимает просто, что 2 ляма бить долго. Я без яда бью, а, кстати. Справа. Нахуй я дышу, блядь, без яда. Крест, что делает? Кто это? Сход кидает. Понял. Мажу яды. В таком случае лучше бы мы были били, блядь, крест, а на этом просто по фокусу кас кикал. Она дотку кидает. Меня эта дотка бесит. Похуй, блядь. Сын шлюхи? Кто? Ты. Ты! Я у тебя спрошу. Съешьте кто-то пирожок? Желательно какие-то хилы, наверное. Хочу рыбу найти. Я кого на пулю? У тебя хитрый? Не, не, да, меня вроде. Я съел пирожок. Красава. Я налево ночь не пойду, если что. Я с пирожком стою, ФК. Слева войд закроет, справа там кто есть? Яша, кабан. Не видно. Столе бачу. Кабан. Я поездку не дал. Ты запулил с двумя мобами, уже войд. Чё? Ты уже изначально ошибся. Кто там? Что ошибся? Я слева закрою. Справа есть кто? Как должен быть? У меня 5 секунд, я могу закрыть что-то где-то. На, слева закроешь. Слева, да. Что у нас справа тут? Угу. Хорошо.
Бам. Еще одни будут. Может кто закрыть? Закрой ты. Вот я ж. Так, похавать. Понял. Слева танц. Все, вставайте. Че, Гера? Нет еще. Тут мне да, танк. Сейчас давай. Можно. Ресин, забирай. Дай стиль или ты сели там? Стиль нету. О, меня прилетело. Как раз адреналинчик открутился. Горн, обнови, пожалуйста. ПС. Еще Гера. Нет. Значит, нет. Сколько таймер? 15. Окей. Давай избаунд. Арис, не забери. Забери, забери. Ну сейчас, пофиг. Какая-то хуйня. На копыта мы будем в одного танка или ты на Феррера зайдешь? Да, наверное, могу на Феррера. Покажи мне. Давай, а. Кстати, да, я ж там, блядь, нихуя не делал. Я вспомнил, блядь. Как я зашел на танка. Ни одного танка, блядь, не нажал. Знаешь, ты хотя бы моральную поддержку ему оказываешь, что он шумный соло за твичью. Моральная поддержка, блядь. Мне бы, блядь, оказал кто. Вот. Бэр, быстро. Быстро, бэр. Забирай Рослина и Сокол давай. Забирай, забирай. Я могу пытаться напрузить. Нахуй там. Они прям нереально на мне. Я подавай же, там еще одного из них. Если когда будешь забирать, попробуй моста он там забрать. В следующий раз. Не спеши. Вставай. Ой. Дрязу там всех все равно. Войд в мишке заберешь один? Ага, поздно. Понял. Что происходит? Я сейчас только не понял, по-моему. Я нажал там, он костил на меня. Может, цель забагалась. А вот с пули или бы без второго вау убили бы, кстати. Грустно. Слякой встал его просто. Мороз с автоатакой. А ты его сразу затаунтил, что ли, после того, как встал или что? Нет, я прорвался затаунтил. Нужно было немного подождать, еще даже не успел щибить. Сколько тебе там побило? Ну ладно, окей.
Так, что там? Да, блять. Скипаем, или что? Да, я рыгал, спешу. Опять умрешь от инфаркта, похуй. И пульти я сам спугну. Глю. Чё? Стоит глю там. Всё нормально. Близко стоит. Там пет твой просто был внутри. Он не на пет там бежит. Должен, если подальше отойти всем, он в 0-1, как только я его этой хуйней спулю, он сразу пропадет. Я когда трэш пулил сюда, отсюда, в прошлый раз, затестил. То есть можно вообще никого не бить. Да, это правда. Ура! Рольнули. Постарайтесь как-то мобов равномерно на себя распределить. В смысле, не, все нарисли. Ладно, вторая фаза ему грустно будет. Ну, Рислин просто легко собрать их на себя. 5, 4, а ДК грустно 3, с этим. 2, 1. Ну, пускай потом одного хотя бы заберет на себя. Пустите. Надо спустите. Зеркаем босса. До второй фазы? До любой. Серьезно, они моего пета бьют? Это что за рафл? Кто? Было близко. Рафла ебала, бля. Где таймер, блядь, танцев? Я не вижу. Похуй. Класс Бринг есть. Забываем. Хак уже тоже танцевал, да? Да. Ты справа будешь. Угу. Ты после чоколада всегда просто можешь так запомнить. Я обновление нажал. Кик из тачка. Иди к меловице. Или к меловане. Справа. Глю закрой. Глю закрой, глю закрой. Справа. Алло? Что он? Ну он сначала поел, а потом... Хиль. У меня таймеры убились. Справа закройте. У меня два есть. А стоп. Хаку, чё ты стоишь? Я не танцевал, у меня есть таймер. 2.30 сейчас будет. Хать хаку, закрой, пожалуйста. Сейчас, 2.30. Бля, мужики, го играть в игру. Реально. Парни. Я слева закрою. Калат справа. Да. Блядь, закрою, походу, блядь. Хаку, чака. Анонси, потому что я не вижу. Чака.
2.46 сейчас. Это последний, да, были? Последний танцы. Да, да, последний. Все, пошли в мили. Парни, играйте. Пожалуйста. Видел, сколько стаков на боссе? Давайте фазу ничего себе нужно. Накинь стерюдока. Геро. Ща под истерии даже тебя разъебу. Ладно, нет. Истерит слишком сильно. Слякаю, забери. Прохил, блядь! Кидай на него обновление. Поможет. Чтоб не было 89. Не 80. Смотри там сколько до этого, да. Чего да. 3.50. Мне б не забыть, блядь. Напомни, что 20. 4.20. Да, я помню, мне не забыть бы, блядь. На таймер смотреть. 4 сейчас. Уже там, посмотри, сколько? 4.10. Давай сбаунд. Давай сбаунд. Прохилите? Может быть. Спасибо. Следующее, что там, 5.45 уже, да? Или еще не будет? Выводит. Наверное. Прохил Синг-Сонга. Спасибо. Вообще не критует. Похилился. Сколько там по таймеру? 5.20 почему? Ну короче, блин, не знаю. Вроде успеваем. 45 пора. Да, ну вроде успеваем. У нас 15 секунд. Сюда, похуй. 10 секунд. Синга прохил просто. 5 секунд. Угу. ГЦ! Нах убили, спрашивается. О, видел, наконец-то, блядь. Чтоб на малыши пройти убили. Я приведу. Пол пачки спулилось, да? Ну, либо, блядь, ладно, без мультика посижу. Как это вообще возможно? Яш, а ты не одевал еще на Трикс этот символ? Одевал с ним. А я что-то забыл. Ну, сейчас после пачки надо одеть. Что, надел на хапале можно? Ладно. Ладно. Грусть. Ну реально, кстати. Это самый сложный босс, блядь. Не того босса выбил. Не, я просто подумал, что типа раз такая тема, я, наверное, смогу в конце недели сходить. На хапальчике куда-нибудь. Лей лужу и в центре пак хватай. Наверное. Ну, сейчас, там и оставайся, не веди сюда. Похуй. Да нормально, нормально. Мобы блядские. Не лосы только, не лосы, не лосы. Просто грипнешь. Так я на поле пытаюсь все тут. Чего, блядь? Блядь! Эм. Я на поле мобов. У меня чисто, блядь, вопросы к игре огромные.
очередной раз. О, нормально, у вас, блядь, 20 секунд на пол. Ну, 10 на 20, типа, да. Не, хапал Рошан без ДЦ, это... смерть. Нет, доля соло хил. Нормально будет. Доля соло хил. Просто кто-то бездарь. Сдох. Единственное, ДЦ-ка вообще какая-то имба. ДЦ имба? Согласен. Хочу в холике поиграть. Я тоже хочу. Можно? Нет. Ты пять. Какая жалость. Что? Да бы пока только один на пол ешь. Где второй? У меня два, типа, в меня и в Яшу. Яша в Яшу не показывает. Я, кстати, не знаю, что делать. Мне пишет там танк в ДЦЛК. А, в 10 типа? 25. Ну. Скажи, у нас анхолик весьма таки мало ДПС дает. Смысла у них особо нет. А что у вас, кстати, подсылка в гильдии? Я смотрел там последний стрим, там и ВК что-то очень грустное было. Мы на урке стоим. Грустно. А, кстати, ну хороший декатанг. Нам в этом гильдию хороший ДК-танк нужен, я слышал. А, нас охуенный не нужен. Ты любой. Нет. Ты нет, ага. Это хорошая. Еще посмейся, блядь. Посмеюсь. Ну, смотри, ну, типа, нормальная тема, потому что там... А, ну хотя зачем там ДД-спек? Да, зачем там резист? Резист. Есть какие-то боссы в ЦЛК, где один танк? Почитай на форуме тему про резист, пожалуйста, Войт. И чё там написано? То, что понерфили в говно твой резист. Как вообще думаешь, Войт, работает резист? Объясни, пожалуйста. Я знаю, как работает резист, мне не надо. Не, скажи, как просто. Нахуя? Но мы не знаем. А ты знаешь, что такое 10% и 35% снижение урона? Разницу чуешь? Математику учил когда-нибудь? Я знаю, что такое иммунайзер. Ну, вероятно. Знаешь, как Синдра работает? Ебать, просто IQ нахуй, хуй знает сколько, 350 тысяч нахуй. Ебать, по танку нахуй 50 тысяч урона проходит, они без фрошмота нахуй танчат. Понимаешь, что по танку ничего не будет проходить, если танк будет нормально отыгрывать? Этот резист тебе не нужен, если у тебя танк нормально отыгрывает. А если у тебя танк дурачок, ему и резист не поможет. Ты это не понимаешь, что люди хотят донести? Там в КЖ-ка говорят имба. Нет. КЖ-ка? Ну, такое. Типа. Эти 100 резиста с хуйнтом, через сколько? 105. Ну в Гере типа ладно, может быть. Но в обычке там обычного танка хватит. Он же Дирмич танчил. Даже Дирмича, я бы так сказал. Он не был в ЦЛК. Первый раз пришел, блядь, Синдро танчил. А у вас всегда так грустно, кстати, было? Он теперь реально смотрел его ВК, там прям вообще что-то, ну, не знаю. Что-то там... Наши ВК. Да. Когда это его ВК или когда? Да, это. А, это вообще типа... Ой, я не знаю. Слушай, ты уже взял ВК ЦЛК обычки, ты сейчас выпендриваться будешь? Ну да, быстрее на 2 дня, чем любая топ гильда. Да, там реально какой-то тильт был. Там просто Рога не может взять глифы на пулить, и там срач пошел, и там все в тильт упали. А у вас кто Рога? Кто такие? Ники, реально. Там. Ой, я не помню. Ну не знаю точно, один Рога хороший. Зик есть. Не знаю, Зик, вот. Зик? Такие, Зик вроде нормальный Рога. Он хорошо играет. Там остановил Твина вообще какого-то вели движение. Что, на Next сфере play? Нет, ждем Геру. Чё ждем? Ждем Геру. Опс. Вот. Ты просто... Ты переживаешь эту рыбу?
Нет. Тут просто, дружи, знаешь, в чем вопрос? Вопрос в том, что мы только что трэш убили, ни у кого нет прока. Грустно как. Еще подождем Геру, как раз вдвойне охуенно. Чуплян. Вот на следующий. Без рыбы посижу. Ладно. На этой сфере пуляй. Буква Ю, похуй. Ой, 14 таков на кружке, имба. Блин. Истерию там кинь кому-нибудь. Сейчас будет гигабурст. Кстати, я могу места научить убить МКСТа. Грустно. Звучит не круто. Шоколад, спасай. Будешь кикать. Кикай тоже косты. А, блять. У вас это энерджи тратится, урок. А ты можешь между костами нормально даться. Ща надо скоро будет тут. Жачу, после молнии заходим. Шок, молния, заходим. Пошли. У меня Реслин так залагал, он был в луже, а потом в покаянии прыгнул, короче. А можем сбить, да. Айсбаунд нажми. Только в конце сбивайте, в конце прям, на одной секунде. Ну, полторы секунды, конечно. Не, грипп так решил. Подтаунить. Толстенько слишком. Я забыл, шок 4 рано. Ой, что-то я на полу накидал. Согласен, не вижу на себе на полу. Не-не, мы обманываемся. Ты игру сорвешь. По двумя на полу по 10 нет. Секунд. Не сорву. 20 секунд на полу, гига. Ты не сорвешь. Нет, не сорву. Сейчас после коста заходим. Нашли. Глю нажми сокро. Вот дебаф с фалом, мы еще через секунду только кикать будем. По идее вообще соло хила проходится. Ну так да, так нормально. Типа, вот если вот так кикаете, мы никогда не сдохнем, даже без его. Так и должно быть. Озера. Между этими, да, платформами тебе носите. У меня настолько уже нечего делать, я уже кнопки дамага закидываю. В эфир. Так, сейчас после молнии заходим. Пошли. Чуть ближе подойдите. Каст в конце, еще секундочку, и вот сейчас можно, нормально. Лужу, тут... Смотрите, как? Шоколад. И слева от подсенкой разлить, вторую. Угу. Назад отойдите. После молнии заходим.
Убиваем. Можно сразу хоть кикнуть. Ну, похуй, типа. Лучше вообще не кикать, да? Ачивка! Мы что, сегодня по ачивам? Никто не должен попасть. У нас всегда какой-то клоун попадал. Ой, блин. У меня была уже такая, да. Фак, а тебе нужна что? Она кого-то, да, знаешь? Вон танки вон ролят. Уф, танки. Парольте, дадите садру. Приору слякать, если нет, то сами там уже. Ну, в смысле, слякать мой инспект, шо вы, блядь, въебываете? Рукавицы, кристалл в области. Какая жалость. Не, ну она типа, ну, ничем не уступает, там по мастерке даже еще хуже, типа, если кому-то... А, ну как? Да, это надо, да. Просто чисто ради этого. Там если Арислину надо, Арислину лучше дайте. Да, Арислину сутанчит. В смысле, вы что, не уважаете медведей? Ну, медведь у нас не танчит. Я уважаю танков в 25-ках. Да, жалко Арислину. Он был ретриком. Его даже здесь заставили. Ты типа сам на это согласился? Он тебя спрашивал вообще? Или он просто тебе перед фактом поставил? Ты ему скажи, Войд хочет нахуй. Пускай он в ретрике играет. Я потанчу нахуй. Не очкую. Да. Ты ему Арислин скажи, блядь, что ты... Это мы волгаем, дальше бежим. Медведь говно от танк. Пошел в жопу. Медведь реально пошел в жопу. Так, короче, сегодня цель молча убить. Поэтому мы пока оперу скипаем и эту штуку тоже скипаем. Сегодня молча? Да. Давай. Вон глю шарик. Медведь говно. Танк без массива. Нахуй нужен. Два ГДК. Все. Ну, можно паладинчика, если будет на пол у него все. Это максимум. Ну, паладин нормально, кстати. Да и варочек. Варочка просто можно сделать, чтобы будет 30% сейв давать. Тоже ёбнешься. Это все без глифа делать. 70 хп, ДК. Я такого не хочу, блин. Понимаю. Ну, дай поиграть. У меня 45-й фенрир. Ну что, мне нужны штанишки новые, мне нужен пояс, ботиночки, колечко репофармить. Кольцо танка. Я кольцо танка нахуя продал, блять. Ладно, куплю потом дешевле. Что мне еще нужно? Мне СВК 3 не нужна. А так, в принципе, заряжен. Зачем нужен медведь, когда есть ГДК? Типа, вообще ни одной причины нет. Там все на X2 вроде свои. Прям. У ГДК есть. На X2 у нас был мишка столько хп. Зеленка, айсбал, кровь. На X2 я видел бомжи. Мишка 200 хп, блядь. Ну я говорю, груль оп, понимаешь, когда это... Когда еще целка выходила только. Еще сама отхил есть а от, от ударов. От кровавого удара. У нас пришли все мобы. Что, ну, есть, что есть у медведя? Дубовая кожа. Бим-бим-бам-бам. Дубовая кожа, ну, КДР сама единственный плюс. Круто. У зеленки, наверное, тоже КД большой, да? Ну, и у крови тоже КД большой. И кровь дает не так много, как ты думаешь. Ну, понятно. А еще, короче, у Мишки там столько хп, ты пока его прохилишь, ты там вообще в окно захочешь выйти. Под 10 может быть там хпало там. Прожимочка. Он даже хп. Возложение рук чист. Возложение рук. Возложение не на фул хили там надо. Возложение этого, я говорю, попало. Наполовину похилить. Ну, кстати. Блин. Реально. Нимба получается. Вот если кританет. А если не кританет. Ну, понимаешь, там крит, конечно, там процентов под 70, но может же не критануть. Типа у меня на паладине сейчас 42 анбар. 40. 120к. Нормально, кстати. Перехилился по одной кнопке. Не, ну понятное дело, ты один раз ты под 100% кастуешь, но дальше, типа, ну. Дальше как бы. Я учел эту кнопку, типа. Я знаю, что она существует. У вас есть прожимка, которая до 100% крит на один каст? Да. Мультик?
В гумуте как ГД ходит. Без лопа? У ДЦ не 100%. У меня 3 минуты КД на кнопку, которая просто критует, это ж вообще кринж. Это грустно. Это правда кринж, на самом деле. Это вот у меня пет... В результате 100% дает мне крита в результате Фрост своего... Фростбека тоже самое, если что есть. Вот. Тоже полезная тема. Мужики, отмен. Слишком сильно. Блять, кринжан. Ну, бес прокает хотя бы. Ой, ты дальше, Артина? Дело такое. Ты без пятки все-таки не пританчишь. Терел раскобандовался. Ну. Парни. Так, пока мы трэш били вот этот, у меня бес прохнул 2 раза и половину боя в касте. И что ты хочешь этим сказать? Я хочу еще собрать чуть-чуть мобов. Потому что у меня 2 раза был 100% крит. Че на поле все. За эту пачку скажу. Все, вот интересно, вот типа челы сидят, каждый день буквально пишут вот этот, в канал статик, что они ищут какой-то статик. И там уже человек 20 написал по ощущениям. Почему не с вами надо смотреть? Так, сколько тут сейчас пет на КРЛ? Да, поэтому. 5 раз. Какой нож? Ну, как показывает практика, надо. Всякий какой-то нож выглядит. Какой-то хера. Да, выглядит как залупа говна. На пипегах пинг. Блять, некромант лорд. Ладно, он у меня в этом. Чеси, я знаю, да. У меня, кстати, уже очень много людей в чесе. Я теперь еще придумываю, если на любом другом сервере кто-то и врыванет сообщение Сируса, я тоже его в чес кидаю сразу. Горит, ебать. Чем это такой токсик? Ненавижу, когда реванят. Без причины. Ну. Так, уходите. Уходите. Сейчас будет выстрел легендарный. Первый лайтинг, кстати, надо в макрос найти. Тоже надо. А заперто, парни. Заперто. Так ты рога открой, блядь. А почему мы не можем реально второй вход открыть, блядь? Ну почему уже не могут вообще... Потому что дырка одна. Потому что у меня злом на 138, блядь. У меня на 400. Завтра еще будем... Да. Завтра будем дочищать то, что сегодня не дочистим. Плюс целка.